Я вас приветствую, рабы. Вы заслужили свой удел. Свободный человек не станет присмыкаться, терпеть высокомерие богатых, низость власть имущих. Вам воля и свобода вовсе не нужны. И слушая мой монолог, вы думаете, что он касается событий, которые давно прошли. Где те царицы, короли, что управляли городом, страною и жизнью своих подданных, давно в могиле. А я поэт или актриса, и кулисы – граница, за которой та другая. Возможно, так. Я приглашаю рабов, что приняли ярмо тирана, приветствуют его, гордятся тем, что их страна внушает страх соседним государствам. И всеми признанный монарх владеет царством. Я вас приветствую, рабы. Ибо свободных в этом зале нет. И если б светотехник свет включил, я посмотрела на то, что принято считать народом. Но я Медея, не актриса. И то, что вы считаете кулисами, кровавое пятно, отчетливый рассвет. И ничего другого нет. Я та Медея, что считается злой ведьмой, убившей собственных детей и брата. Жестокая, коварная! Я навсегда оставила свой след! Я посетительница ада! История моя – игра свободных сил, где перепутаны добро и зло, вернее, где нет добра и зла, а только лишь история Медея, что предпочла позорной участи наложницы свободу от морали и любви, свободу убивать, свободу мстить.